Две звезды, две повести. Как Вере Сотниковой удалось разрушить любовь Владимира Кузьмина и Аллы Пугачевой? В одном из интервью артист признавался, что ушел от Примадонны из-за того, что не хотел находиться в ее тени и превращаться в попсовика. Популярная российская актриса Вера Сотникова в этом году отметила 60-летие. В это невозможно поверить, ведь артистка выглядит просто великолепно. У нее есть сын Ян и подрастает 11-летний внук Максим. В ее жизни был страстный роман, о котором она не любит вспоминать. Вера Сотникова прожила 7 лет с солистом рок-группы «Динамит» Владимиром Кузьминым. Его она увела у самой Аллы Борисовны. Сотникова познакомилась с Кузьминым на новогоднем вечере в 1983 году. Музыкант сидел за столом с Примадонной и Александром Буйновым. По словам актрисы, она влюбилась в Кузьмина после клипа «Как ты живешь без меня» с его женой-моделью Келли Керзон. После окончания вечеринки Примадонна стремительно ушла, а Кузьмин пригласил Сотникову на медленный танец. Знаменитости прожили в гражданском браке 7 лет. Между ними была настоящая страсть. В сети ходили слухи, что Примадонна не смогла простить предательство, поэтому негативно относилась к Сотниковой. Однако сама Вера уверяет, что между ними нет никаких недоговоренностей. В 2000 году страстный роман Сотниковой и Кузьмина распался из-за алкоголя и измен со стороны артиста.